корзиночка, вставай. Чего? Пары проспишь. Ко второй. Опять врешь. Ты почему мне врешь? Ну, мам. Вот отчислят тебя, на улицу жить пойдешь. Ну, что ты начинаешь? Бестолковое животное воспитал. Мам, все. Сидит сутками, мультики свои смотрит. Аниме. Какая разница? Какой вообще от этого толк? Ты не поймешь. Девушку бы себе нашел. Без внуков меня оставить хочешь? За что мне это наказание? Да ладно тебе. Что ладно? Вырастила лба здоровенного. Был бы у тебя отец, воспитал бы тебя как надо. Мам. Что, мам? Играешь в свои игрушки целыми днями. Делом бы занялся. Ну все. Зачем ты в университет вообще поступал? Чтобы насекомым лежачим стать. Какой же ты бестолковый. Хватит. Ничего так и не добился. Вот Ерохин тете срать. Мам. Уже квартиру и машину купил. А ты все на интернет деньги клянчишь. Не надо. Может, отключить тебе его? Не надо. За ум хоть возьмешься. Какая же ты бестолочь. Зла не хватает. И что мне с тобой делать? А сил ведь уже нет. Корзина. Борщ будешь кушать? А? Борщ. Будешь кушать? Ага, давай.